Здравствуйте, подписчики и зрители моего канала. Я нахожусь на рынке. Смотрите, уже начался школьный базар. Почем дневники? Они по 800. 800. А тетради? По 35 геометрическим товарам. Ага. А общие тетради, вот эти вот общие тетради? Так, они по 250. 250, да? Так, а вот такие вот для старшеклассников? Они по 200. По 200, да? Ну ладно. Какой ужас. Так, рынок. Постараюсь снять. Кукуруза. Вот я подхожу к этому месту. Сейчас я сниму его, наверное, сбоку. Вот на этом месте, на этом самом месте, вот где дверь люди входят, был старый рынок. Только он был. Там продавали мясо. А теперь, ну, здесь тоже внизу рынок, также продают продукты, мясо. Но смотрите, какой он стал большой. Очень большой. Сейчас пойдем на зеленый. Так, иду на зеленый, но он через промышленные товары. Вот такой вот у нас рынок. Детские игрушки. Вот здесь тоже школьные товары. Сейчас, короче, перед школой канцелярию продают. Здесь тоже канцелярию продают. А здесь золото самоварное. Так. Сережки. Серьги. Таких нету. Таких нету. Под советское золото сделано. Ну, такое самоварное. Вот на этом месте, вот с этой стороны. Здесь был маленький магазинчик. Не магазинчик, а базарчик. Так, захожу на зеленый рынок. Домашние помидоры 500, 500, 700. Редиска 250. Огурцы 350. У нас в этом году цены не падают. Они просто вот как замороженные. Что в начале, что в конце, одинаково. Сейчас я овощи поинтересуюсь. Почем овощи? Яблоки 500. Ведерочко маленькое. Так, 350 килограмм. Так, мне надо чеснок. 500 килограмм. Вот такие цены. Много не разбежишься. Даже вот это медовые, лимонка. Я очень люблю лимонку. 550. А чеснок почем? 1500 килограмм. 1500. Смородина 2500 килограмм. Яблоки 500. Чуть побольше 800. Да. Ну, я уже, это вторая половина. Сейчас на перцы спрошу, сколько и помидоры. Помидоры точно 500. Ага. 350 стали. Ага, видите.
250, 550, 450. Так, перец, интересно, болгарский. Сейчас спрошу, вон там перец болгарский. 250. 250. Ну ничего, можно уже покупать. 250, это не 500. Помидоры 200. Ну, пошли помидоры, слава богу, а то 500, 500. Дыни 150. 250. Перцы. Ну, ничего, цены. А то все лето держались, очень высокие цены. Качество, конечно, не очень. Но которые получше, те подороже. Люди перебирают. Ну, если там на кобру, можно и которые помятые взять. А вот эти вот, смотрите, 600. Лимоны 1,5. Лимонка 600. Там 500 было, здесь 600. Сливы 600. Так. Вот. Арбузы желтые даже продают. И почем? 250, маленький 200. По 130. По 130. Ну, желтые, не знаю. Картошка 200. А морковка почем? 250. 250. Морковка дороже. Вот баклажаны хорошие. Сейчас спрошу, почем баклажаны. А баклажаны почем? 200. Хорошие прям такие. Лук 200. Ну да, теперь можно на базаре брать. А то такие же цены, как у нас в магазине были. 400. Пеструшка, виноград 700, абрикосы 400, сливы 250. Так, здесь, как всегда, затор. Ну, будем проходить. Мимо, мимо, мимо. Стоп, стоп. Еще пибикает, блин. Здесь тоже овощи. Картошка. Картошка почем, а? Картошка почем? 180. О, 180. 180 уже весело, уже хорошо. Вся улица. Вот видите, это улица бывшая. Один базар сплошной. Вот эти дома частные, которые были, все превратились в магазины или склады. Так что эта улица до самой... Перчаточной, это базар. Он очень необъятный у нас теперь. Тут же продукты, тут же обувь, тут же все, что хочешь. Так, вот мне просили базар, но правда не эту часть. Ну ладно, я просто иду, по пути снимаю. Не... Вот видите, автолавки, яйца 300. Ну, нормально, 380. Нормальная цена. Это двухэтажный дом. Также люди вверху живут. А внизу магазины и базары на улице. Лепешки продают. Почем лепешки? Лепешки почем? 150. 150. Ну, берут. Они постоянно тут продают лепешки. Так, здесь где-то рыбу, уже закрыто, рыбу продавали. Так, ну сюда я не буду заходить, здесь вообще целый день можно снимать по дороге. Вот, видите, тут курятину продают, вот так, рыбу. А почем семга? 7800. 7800 килограмм, вот. Ну, у кого там
500 тысяч зарплата, тот может себе позволить, конечно, и семгу. Так они целыми рыбами могут взять. Бантики продают. Бантики почем пушистые? 1000 пара. 1000 пара, ага. Вот такой. Ну, это такой рынок. Стихийный. А сам рынок, который, он там, дальше. Может быть, когда-нибудь покажу. Шашлыки. Это оптовка, я называю оптовкой. Контейнерная. Раньше мы ходили каждую субботу, воскресенье, закупались. А сейчас такие же цены, как и в городе. Так что закупаться... Можно и не закупаться. Но люди, которые за городом живут, они также, потому что рынок существует, значит, есть спрос. Вот это тоже были дома всякие разные. Вот вверху сделали как будто квартирка, а внизу магазин. Вот строительные какие-то дрели. Видите, у нас какие рожки продаются. 550 пакет. Берут, собакам потом варят. Вот я подошла. Бывшая улица Куйбышева. Сейчас Кабанбай Батыра. Вот ремонт идет, все вот это заменяют, вот эти, как его, по краям дороги, бордюры. На этом заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, будьте живы и здоровы, и всем мирного неба над головой.